Доброго времени суток, мои хорошие. Сегодня мы с вами рассмотрим один маленький, но очень иногда бывает нужный эффект. Все мы снимаем фотографии, видим лучи в небе и так сожалеем, что их никак не получается захватить с фотоаппаратом. Сегодня я рассмотрю, как с помощью двух простых действий это можно поставить лучи на фотографию. Например, вот такую. Раз. А вот у нас получилось лучи. Или такую. Или такую. Рассмотрим эффект лучей на примере этой фотографии. Здесь он у меня уже есть. Но я вам покажу принцип. Сейчас я свой удалю с лучами. И поехали. Мы с вами просто создаем дубликат слоя. Дубликат слоя. Дальше. Второе действие. Мы с вами идем в фильтры. Размытие. Размытие радиальное. Ставим точку на линейное. Ставим качество на максимум. Здесь хорошее или наилучшее. Это уже на ваше усмотрение. Дальше нам нужно вот центр этого размытия. Умудриться попасть в центр, вот откуда идет освещение. Попытка номер раз. Окей. Смотрим. Не попало. Ничего страшного. Мы с вами идем в историю. Отменяем. Один фильтр. Размытие. Радиальное размытие. И чуть-чуть сдвигаю сюда вот в сторонку. Окей. Смотрю. Попало. Теперь мы с вами идем в слои. У нашего слоя с размытием делаем наложение замена светлым. Вот получились наши лучики. Дальше мы простым ластиком с мягкими краями стираем то место, где не должно быть у нас лучей. Вот здесь эти темные облака. И вот и все. Наши лучики готовы. Если вас не устраивает их слишком яркие для вас, вы можете их убавить. С помощью непрозрачности. Маленький такой эффект, который рассматривается в интернете многими способами, я вам дала еще один вариант. Спасибо за внимание. Жду ваших работ.